Крылья Советов сыграли в ничью с ярославским «Шинником». Матч оказался зрелищным, хотя бы, судя по фотоотчету на официальном сайте самарского клуба. В составе «Волжан» по сравнению с прошлым матчем было лишь одно изменение. Вместо Адиса Яховича, который пропустил встречу за 4 желтые карточки, на поле вышел Сергей Корниленко, который, кстати, по той же причине не выступил в предыдущем поединке. В первом тайме «Крылья» вели активный бой, даже создали несколько опасных моментов, но в ворота мяч так и не попал. Второй тайм отыграли в равной борьбе, но цифры на табло так и остались по нулям.